Подсудимый в зал суда сегодня снова не доставлен. Картина такая. Вчера он был доставлен в ИВС. Мы были уведомлены ИВС, потому что мы просим уведомить нас о доставке подсудимого в ИВС, то есть он был выдан следственным изолятором. Однако, по информации начальника ИВС, ему плохо стало, вызывалась скорая помощь, документы пока суду не представлены, однако я так понимаю, что они должны быть представлены, подтверждающие документы о причинах недоставки. Но это для информации всем участникам процесса, поэтому, естественно, сегодня мы, я так думаю, дело слушать не сможем.